فرش التراب يضمني وهو غطاء نفسي ذائقة الموت. О, обладатели высоких должностей, правители, ответственные лица, обладатели важных чинов и тронов. Смерть — это истина. И мы непременно вкусим эту смерть, испытаем приближение смерти и тягость смерти. Смерть не только для грешников. Смерть — она для всех. Когда мы говорим о смерти, мы не должны думать, что она только для того, кто пьет вино. Мы не хотим пугать смертью прелюбодеев и грешников. Мы хотим, чтобы все мы задумались о смерти. Король умирает, амир умирает, имам смертен, хатыб смертен, ученый смертен, муфтий смертен, пророки умерли, сподвижники умерли, ученые умирают, проповедники умирают, все умирают, я умру и ты умрешь. И что потом? Мы закончили? Нет, мои уважаемые братья. После смерти нас ожидают разные события. И простите меня, все мы беспечны, кроме тех, над кем смилостивился Аллах. Мы забыли о ней? Клянусь Аллахом, забыли. Смотрели телевизор и забыли о смерти. Смотрим на женщину, забыли о смерти. Гуляем по магазинам, забыли о смерти. Может ли тот, кто думает о смерти, включить какую-нибудь песню? Кто-то вспоминает о смерти и заказывает на свадьбу своей дочери диджея. Кто-то вспоминает о смерти, но при этом забывает о своем Господе и просыпает намаз. Аллах не хочет просто запугать нас смертью. Нет, Он лишь хочет нас предупредить. Послушайте, о короли, амиры, министры, ученые, муфтии, проповедники, молящиеся, о оставившие намаз, о аулия, о грешники, о мусульмане, о кафиры. Когда юноша смотрит на девушку посреди базара, он наслаждается этим запретным взглядом. Но если бы он представил, что он сейчас перед Аллахом, он, клянусь Аллахом, даже не подумал бы о том, чтобы посмотреть на нее. И та девушка, которая пошла на рынок и не надела полный хиджаб, что было бы, если бы она вспомнила, что она сейчас перед Аллахом, что Аллах спросит ее за это? И тот проповедник, который отказался вести дават, что если бы он вспомнил, что он сейчас перед Аллахом, и что Аллах спросит его за его дават? В день, когда все общины встанут на колени, в густом мраке своего несчастья, чтобы дать ответ на вопрос, ответили ли вы посланнику, что мы скажем в тот день? В день, когда мы предстанем перед царем всех царей, смерть — это кубок, и все люди выпьют из него. Смерть — это дверь, и все люди зайдут через нее. Я и вы, все мы убегаем от смерти. Мы не хотим ее, даже когда слушаем лекцию о смерти. Так что же будет, когда мы погрузимся в нашу дунью, в наши страсти, пойдем на рынки, сядем перед экранами телевизоров, наших компьютеров? Что мы будем делать, даже если на лекции мы боимся смерти? Так как мы к ней относимся в нашей мирской суете? Всевышний Аллах говорит: «Зачем вы убегаете от смерти? Смерть перед вами. Она настигнет тебя. Настигнет, не пройдет мимо. Ты придешь к тому дню. Ты сам достигнешь того установленного тебе срока». И смерть, уважаемые братья, это переход с одной обители в другую. Переход от макияжа, украшений, благовоний, духов, мытья, кремов, красивой дорогой одежды, переход от вилл, больших машин, переход от рынков и собраний, переход от кондиционеров, переход с этого мира к червям, к тому, чтобы ты оказался среди других могил. Это переезд в темноту, когда ты останешься с теми делами, которые успел совершить.
заканчиваются украшения той молодой девушки, которая сделала макияж и вышла на рынок. Клянусь Аллахом, если бы после ее смерти мы предложили ей украсить себя платьем, она бы не захотела это платье. Но в этой дунии мы словно сумасшедшие. Мы забыли нашу большую ответственность. Мы беспечны, беспечны. Если кто-то из нас, уважаемые братья, сейчас умрет, будет ли он думать о том, известен ли он среди людей или нет? Хорошо, а как мы сегодня утруждаем себя ради славы? Как мы устали от попыток стать известными? Люди пишут в Твиттере, чтобы стать известными. Люди открывают себе странички в Фейсбуке, чтобы стать известными. Люди открыли сайты в интернете ради славы. Люди оделись в определенную одежду, зашли в ней мечеть, чтобы стать известными. Люди надевают бишты в каком-то определенном стиле на свадьбу, чтобы прославиться. Девушки одевают абаю каким-то странным способом, чтобы стать известнее. Все кричат «Я! Я!», а Аллах говорит «Нет божества, кроме меня». Субтитры сделал DimaTorzok